Вместе с вами, кто может слушать, и все. Только для личного вашего пользования. Никому не копировать и все такое. Хорошо. Господь Читание сам лично сюда вот поместил это вот трансцендентное тело Харидаса Тхакура в это самадхи. Он много раз приходил сюда, вот в это место, уже после того, как Харидас Тхакур ушел, здесь повторял мантру. Какие-то моменты более подробно, сегодня есть время, прочитаем. И, может быть, начнем. И само по себе это вот место, оно в высшей степени такое сокровенное. Здесь совершал свой баджан последний, на последнем этапе своей жизни Бхактивинод Тхакур. Здесь вот сейчас, где храм стоит, Исконовский храм, там был баджан Кутир Шрилы Бхактивинод Тхакура. Он называл его Бхакти Кути. Сейчас там табличку вот на храме мы увидели, там вот все посмотрим. Бхакти Кути называется место. Место баджана Бхактивинод Тхакура. В этом месте он ставил свое трансцендентное тело, Бхактивинод Тхакур, вошел в вечные игры, был Шри Радхи Симасундры. Это место также оно известно как место баджана сапта мудрецов, семи мудрецов, сапта мудрецов, Васишка. Какой-то гнев этим смотреться там. Дурмасамуни. Не, еще там это вот. Еще один гнев. Восьмаметра. Вот здесь вот место сидения, это вот они здесь совершали свой баджан на берегу океана. И вот в этих местах, где вот они совершали свой баджан, сейчас находится тоже игры. Господниками Господа Читания. Мы сегодня с вами посетим пару новых мест. Это место, где жили, и баджан Кутир был Джагананда Пандита, это одно из близких спутников Господа Читания. Вот напротив там будет Брахмананда Барати, тоже баджан Кутир. Там еще одно место, мы не будем всех посещать, там их всего-то 3, 4 можно посетить, а 3 они вообще там, в состоянии. Ну мы с вами давайте, может быть, почитаем, как вообще вот все учил Харидас Тхакур, вот эта книга очень подробно описана, и мы вот давайте это прочтем. Это что у вас? День первый. Угу. А сидели они и святили, повторили святые имена. Здесь место сидения сапта семи мудрецов. Пройдем, скажем. Они сидели, занимались своим баджаном. Баджан. Вот он. Нирьяна, уход Харидаса Тхакура. Давайте послушаем.
Сичитани называет уход Харидаса Ткакура Харидасара Виятсава. Праздником ухода Харидаса Ткакура. Стихи Абхала Шрути, завершающим эту замечательную игру, Кришнадас, говорят, Госвами дает обещание, что его слушатели достигнут Дридха Бхакти Кришны, чрезвычайно твердую, стойкую, преданность Шри Кришне. Но надо обязательно попробовать. Все мы же хотим обрести эту стойкую преданность Кришне, правильно? Или не все? Хотим. Все, подали голос. Хотим. А то как-то все промолчали. Карибо! Карибо! А то как-то не отреагировали. Без энтузиазма. Да, без энтузиазма, да. Мы подумали, надо это. Жарко просто. Может, а? Просто жарко. Ну, это не жарко еще. Ну, это так, терпимо еще. Поэтому, может, в следующий раз нам нужно будет это дритка, это вот бхакти Кришны. Чрезвычайно твердую стойку приносим. Исполненной веры, не совершающий оскорбления читатель, надеюсь, мы сегодня будем таковыми, который по-настоящему желает Дридха Бхакти Кришне, несомненно достигнет этого состояния, прочитав следующую историю об уходе на Ачарьи Харидаса Ткакура. Это благословение, которое дают нам великие Ачарьи, великие святые. Поэтому вот это одно из целей – обрести Дридха Бхакти. Вот, мы посещали, едем сейчас, совершаем паломничество по святым местам. Именно с этой целью, правильно? Для Дридха Бхакти, да? Да? А зачем еще? Да, зачем еще? Вот наконец-то мы узнали о цели нашего паломничества. Теперь есть о чем говорить, надо вектор, какой вектор. Нам нужно Дридха брать. Вообще непоколебимую устойчивость. Это необходимый бхакти. По просьбе Господа и его слуга Говинда продолжал каждый день носить Харидасу Ткакуру Прасад Джаганнатха. Однажды, подойдя к его соломенной хижине, увидел, что Харидас лежит на спине и с трудом медленно повторяет мантру Хари Кришна. «Пожалуйста, встань и прими Махапрасад», – попросил Говинда. «Сегодня я должен поститься», – отвечал Харидас. «Я еще не закончил повторять своих людей. Как же я буду есть? Но ты принес Махапрасад, я же могу его не принять». Сказав это, Харидас почтил Махапрасад, съел небольшой кусочек. На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху сам навестил Харидаса Ткакура. «Все ли у тебя благополучно?» – спросил он. Харидас Ткакур почтительно поклонился Господу и ответил: «С моим телом все в порядке, но вот мой ум и разум не совсем здоровы. Чем же ты заболел? Я никак не могу завершить свои круги. Это очень плохо и означает, что в моей духовной жизни не все в порядке», – ответил Харидас. «Ты уже стар», – утешил его Шри Чайтанья, – «и можешь не повторять каждый день положенное число кругов. Ты достиг освобождения, и тебе нет нужды так много следовать всем правилам и предписаниям. Ты воплотился на земле ради освобождения человечества и посвятил жизнь проповеди славы святого имени. Ты исполнил свою миссию, теперь ты можешь отказаться от обета ежедневно повторять святое имя на четках 300 тысяч раз. О Господь, исполни мою просьбу», – с мольбой голос обратился Харидас к Господу Читанья. «Я низкорощен, мое тело отвратительно. Всю жизнь я занимался самой грязной работой, поэтому очень низкий, скверный человек. До меня не то что дотронуться, на меня даже смотреть нельзя, не сквернившись. Но ты принял меня своим слугой. Это означает, что ты освободил меня от мук ада и вознес на Вайкунтху. Дорогой Господь, ты во всем независимая верховная личность Бога и действуешь, как пожелаешь. Весь мир танцует согласно твоей сладкой воле. По своей беспричинной милости ты и меня заставил танцевать, и я принимал от Адвайты Ачарьи подношения Шрадха Патра, которое предлагает самому возвышенному из брахманов. Рожденный в семье мясоедов, я ел Шрадха Патру, и я давно храню в сердце одно желание. Я думаю, мой Господь, что скоро ты завершишь свои игры в этом мире. Пожалуйста, не раскрывай передо мной этой их страницы. Позволь мне оставить это тело, глядя в твое луноподобное лицо. Я жажду поймать твои лотосные стопы и поместить их в твое сердце.
Я хочу видеть твой лунный лик и повторять твое святое имя. Шри Кришна Чайтанья. Это моя мечта. Молю, позволь мне так оставить тело. О самый милостливый Господь, если на то твоя воля, пожалуйста, исполни мое желание. Пусть это низкорожденное тело упадет перед тобой. Позволь исполниться самому совершенному из всех желаний. Дорогой Харидас, ответил Чайтанья Махапрабху, Кришна так милостив, что исполнит все твои желания. На что буду делать я? Свое счастье я черпал в общении с тобой. Нехорошо с твоей стороны оставлять меня. Схватил лотосные стопы Чайтанья Махапрабху, когда Скакур воскликнул. О мой Господь, не шути со мной. Я очень падший, но ты должен явить мне эту милость. Что случится, если я покину землю? О Господь, у тебя миллионы преданных. Они так чисты, что моя голова годна служить им лишь сиденьем. Все они с любовью служат тебе в твоих играх. Зачем же жалеть обо мне? Что теряет мир, если умирает муравей? О Господь, ты так любишь своих преданных. Я лишь жалкое подобие преданного. Но все же я жажду, чтобы ты исполнил мое желание. В нем все мои надежды. Какое смирение, да, Хари Кришна? Кто-то сможет так делать? Шри Чайтанья ничего не ответил. Настало время ему исполнять свои полуденные обязанности. Покидая Харидаса Пура, он пообещал, что завтра снова навестит его, сразу после утреннего даршана Господа Джаганнатха. На прощание он тепло обнял Харидаса и отправился к морю умываться. На следующее утро после даршана Джаганнатха с вами Гуранга пришел к Харидасу Пакуру. Сварупа Дамодара Госвами и все преданные Гуранги окружили Харидаса Пакура. Шри Чайтанья Махапрабху начал прославлять святость Харидаса Пакура. Он делал это так вдохновенно, что казалось, будто у него пять уст. И чем больше написывал совершенное качество Харидаса Пакура, тем сильнее становилось всеобщее блаженство. Вайшнавы с восторгом внимали славе Харидаса Пакура и выражали почтение его лотосным стопам. Харидас попросил Шри Чайтанья Махапрабху сесть перед ним, чтобы глаза его, словно два шменя, пили мед лотосного лица Господа. В своем сердце он надежно хранил лотосные стопы Шри Чайтанья. Потом он возложил себе на голову пыль со стоп всех собравшихся вайшнавов. Вновь и вновь он повторял свое имя Господа Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Харидас пил глазами сладостную красоту лица Господа, и слезы текли у него по щекам. Со святым именем Шри Кришна Чайтанья на устах Харидас Кахур покинул тело. Он сделал это по собственной воле, словно великий йог-мистик. Удивительная смерть Харидаса напомнила всем уход деда Бхишмы, так ярко описан на страницах Шримад-Бхагавата. Неиссякаемым воодушевлением самозабвенно преданные продолжали петь святые имена Кришна и Хари. Все вокруг сотрясалось от громкого пения. Шри Чайтанья Махапрабху пребывал в власти восторженной любви. Он поднял на руки тело Харидаса Тхакура и стал танцевать. Через мгновение он танцевал уже во дворец величайшему повении любви. Бессильная перед лавиной всемогущей любви Шри Чайтанья Махапрабху, преданные тоже танцевали и пели, не ощущая реальности окружающего мира. Это продолжалось до тех пор, пока Сварупа Дамодара не напомнил Господу ритуала, который необходимо было совершить над телом Харидаса. Тело Харидаса положили на паланкин, напоминавший воздушный корабль, и понесли к морю. Процессию сопровождал оглушительный киртан. Впереди танцевал Шри Чайтанья Махапрабху, а позади него пел и танцевал Вакрешвара Пандит и другие преданные. Достигнув берега, процессия остановилась. Господь Чайтанья сам омыл тело Харидаса в океане и объявил, теперь этот океан станет Махатиркой, величайшим местом, полуночь. Все пили воду, которая коснулась лотосных стоп Харидаса Тхакура, а потом натирали тело Харидаса сандаловой пастой Господа Джаганнатхи, прасада Чанданы Господа Джаганнатхи. В песке быстро вырыли яму и опустили в нее тело Харидаса. Сверху положили шелковые веревки от колесниц Господа Джаганнатхи, сандаловую пасту, прасад и одежду Джаганнатхи. Окружив яму, преданные продолжали петь святые имена. Вакрешвара Пандит танцевал в безграничном ликовании. Шри Чайтанья Махапрабху подошел к яме
и принялся своими божественными руками засыпать тело Харидаса песком, повторяя «Харибоу! Харибоу!». Вайшнавы быстро засыпали яму и на этом месте сделали насыпь, вокруг которой возвели ограду. Господь Чайтанья танцевал и пел вокруг самадхи, и преданные пели вместе с ним. С каждой минутой святое имя звучало все громче, пока не заполнило собой всю вселенную. После санкиртаны Шри Чайтанья вместе с остальными преданными омылся в море, плавая и играя в воде. Он чувствовал себя очень счастливым. Обойдя вокруг усыпальницы Харидаса Такура, он покинул берег моря и направился к воротам Самхадвара храма Господа Джаганнатхи, Симхадвара. То есть семейные ворота. Весь город пел святые имена Господа, земля дрожала от грандиозного киртана. Подойдя к воротам Симхадвары, Шри Чайтанья Махапрабху развернул свою одежду и стал просить милостыни, собирая просадку местных лавочников. «Я прошу просад, чтобы провести праздник в честь ухода Харидаса Такура», — говорил он. «Пожалуйста, подайте мне милостыни». Лишь услышав эти слова, владельцы лавок тут же выходили к нему с огромными корзинами просада, счастливые тем, что могут отдать их Господу Чайтанье. Однако Сварупа Дамодара остановил их и попросил Шри Чайтанья Махапрабху вернуться к себе. Вместе с ним он отправил 4 вайшнавов и еще 4 носильщиков с просада. Обращаясь к лавочникам, Сварупа Дамодара сказал: «Дайте мне лишь по 4 горсти каждого блюда». Таким образом он собрал огромное количество самого разнообразного просада и, разложив его по корзинам, отправил с 4 слугами, которые водрузили эти корзины себе на головы. Но не только Сварупа Дамодара позаботился о просаде. Ванинатха Патанайка и Каши Миша прислали большое количество махапрасада Джаганнатхи. Шри Чайтанья Махапрабху рассадил преданных рядами и сам принялся раздавать просад. 4 человека помогали ему. Он не привык есть мало во время праздников, поэтому рассказывал так щедро, что одной такой порции хватило бы на 5. Но тут к нему обратился Сварупа Дамодара: «Пожалуйста, садись и смотри, как с помощью Джагананды, Кашишвары и Шанкары я раздам просад. Ведь мы всегда это делаем». Пока Шри Чайтанья Махапрабху не сел, никто из преданных не прикасался к просаду. В этот день Каши Миша выразил желание угостить Господа. Он сам положил ему просад и с великой заботой стал ухаживать. Господь кушал просад в обществе Парамананда Пури и Брахмананды Парати. Как только он приступил к еде, за ним последовали его преданные. Очень скоро все были сыты по горлу, потому что Чайтанья Махапрабху то и дело кричал раздачу: «Дайте им еще, дайте им еще». Как только преданные вымыли руки и полоснули рты после просада, Господь Чайтанья каждого мастил сандалового паста, а на шею одел цветочную гирлянду. В блаженной любви он произнес слова благословений, которые преданные восприняли с великим восторгом. Всякий, кто видел праздник ухода Шрилы Харидаса Такура, кто пел здесь и танцевал, кто предложил песок телу Харидаса и почтил просад на этом празднике, очень скоро обретет любовь к Кришне. Таким удивительным могуществом обладает встреча с Харидасом Такуром. Из милости ко мне Кришна даровал мне общение с Харидасом. Независимо от своих желаний, он же и лишил меня этого общения. Когда Харидас захотел покинуть этот мир, не моей власти было остановить его. Он остался в жизни по своей воле и ушел, подобно великому Кришне. Как мы слышали из Писания, дед Кришна сам выбрал момент для смерти и умер по собственной воле. Харидас Такур был драгоценной короной этого мира. Без него мир несет свое лучшее украшение. Слава Харидасу Такуру! Пойте святое имя Хари, воззвал Махапрабху к преданным. С этими словами он в великом восторге начал танцевать и преданно пели: «Джая Джая Харидаса, Намира Махима, Йена Карила Пракаша». Слава Харидасу Такуру, открывшему всему миру важность повторения святых имен Бога. После киртана Шри Чайтанья Махапрабху простился с преданными и прилег немного отдохнуть, чувствуя одновременную радость и печаль. Описание этой лилы завершается следующим стихом Хала Шручи. «Эй так, кахилун харидасера виджая, я хара шраване Кришна дритха бхакти хая». Дритха бхакти.
Хая. Так и рассказал о славном уходе Харидаса Такура. Каждый, кто слушает это повествование, несомненно сможет сосредоточить свой ум на преданном служении Кришне. Дритха Бхакти. Дритха Бхакти. Сила Харидас Такура ки джай. Сила Прабхупада ки джай. Дай Гора Примананде. Ну, сейчас мы прочитаем немножко про это место, про храм, какие-то игры здесь мы также затронем. Мы в храм, может быть, заходить не будем, там поговорим про него, уже вы каждый день посещаете. Но мы зайдем в дом Джагананда Пандита, Бажан Кутир он называется. И Бажан Кутир, Брахмананда Барати, также напротив меня ходит. Дом божества, которые там стоят. Это братья этого дом Джагананда Пандита. И там божества, которые на них стоят, это божества Джагананда Пандита, которым сейчас подчиняются. Давайте вот почитаем про самадхи. Это. Самадхи находится так, на море Парадерову. Самадхи от входа в храм находится самадхи Харидас Такура. Внутри вы увидите удивительную картину, на которой изображен Харидас Такур с бородой и в одной набедренной повязке. Он поднял руку, чтобы выразить почтение чакрам и храму Джагананды. Вместе с друзьями, вот важный момент, давайте найдем время. Вместе с друзьями рассмотрите священные рисунки на стене. Там наверху, там священные рисунки, они очень важны. Опишите изображение на них и попытайтесь вспомнить, где что за игры там написано. Опишите воображаемые на них игры, изображен на них игры. И попытайтесь проникнуться их глубоким чувством и трансцендентной любви, духовного долга и скорби по усердию великой души. Каждый день, каждый год день Ананта Чатурдаши сентябрь Вайшнавы отмечают здесь Тирукхава Махотсав или день ухода из нашего мира к Шри Харидас Такура. Господь Читания сказал, всякий, кто повторяет здесь Маха-мантру и танцует, очень скоро придет Кришна, Кришна Прапти. В этом замечательно, в этом заключается удивительно могущество, милость и Харидас Такура. Поэтому, дорогие Вайшнавы, мы можем один кружок здесь повторить. Главное божество. На центральном из трех алтарей находится красивое деревянное божество Махапрабху, которому справа служит Адвайта Ачарья, а слева Нитьянанда Прабху. Три алтаря вот они носят. Они откроют, мы получим дальше. После ухода Харидаса Махапрабху каждый день приходил сюда, омывшись в океане, предлагал Махапрасад Джаганатхи Харидасу в образе его самадхи. Часто в Гаурангах Махапрабху сидел около самадхи, повторяя святые имена. С тех пор все Сил Прабху, сидя здесь, совершаем нам опасность. МОС, Международное общество знания Кришны, Бхукти Бхакти Кути, Бхакти Кути. Вот сейчас мы почитаем немножко о Харидас Такуре. Мы, может быть, вернемся в какой-то степени к этим вот описаниям, или, по крайней мере, напомним там, когда мы с вами будем в Майпуре, посещать дом Бхактинода Такура, мы будем переплывать через Гангу. Там находится дом Бхактинода Такура, он сохранился до сих пор, и стоит этот дом Бхактинода Такура, и практически там ничего не изменилось, там есть и спальня Бхактинода Такура, и еще и Бхактисиддханта Сарасвати Такура. И вот эти виды мы сейчас прочитаем, просто вместе в этом находим, потому что Бхактинода Такур, то есть Сарасвати Бхаджан, последний период своей жизни здесь. Бхакти-кути – это название Бхаджан-кутира, находящегося около океана, прямо напротив самадхи Харидас Такура. Так назвал это место Шрила Бхактинода Такур. Миллионы лет назад саптариши совершали хари-бхаджан в этом священном месте. В 1971 году мне посчастливилось побывать в старом Бхаджан-кутире, прилегающем небольшим садом, за которым ухаживал Бхактинода Такур. В то время рядом с входом с Бхакти-кути на стене висела мраморная табличка с надписью на бенгали. Но теперь от старого Бхаджан-кути Шрила Бхактинода Такура осталась лишь одна мраморная табличка, висящая на внешней стороне многоэтажного
общество ашрама и гостиницы, которое находится в этом месте. То есть наш вот храм, это вот на этом месте, Бхакти Путин. Я помню, рассказывали, когда мы были первый раз здесь, вот еще был этот храм недоделан, недостроен был. И говорили, что здесь было настоящее отражение, суды были вот за то место. Потому что это священное место. И вот каким-то в высшей степени непонятным, удивительным, мистическим образом, без того вообще не было никаких шансов там отсюда. Здесь давали такие богатые, престижные люди это место, на это место. Но это место досталось почему-то в Исконе. И как? Второй этаж. А? Второй этаж только, да? Нет, все, место это место. Просто на этом полностью. На этом месте потом уже построили вот наш храм. Построили. Это очень такое так вот. Если бы там это было по-другому, то место очень так, место входа в Синод Кокуры важно. Хотя он Кокуры известный великолепный. Название Бхакти Путин написано крупными буквами слева на старой табличке, которая уже лет 100. Справа на ней написан следующий стих, написанный Шилой Бхактивинода Тхакурой. Вот, дорогие вайшнавы, очень замечательный стих там.